Здорово, сегодня я снова играю на РП-профессиях и попутно ищу нарушителей. У себя в комментариях я заметил такую тенденцию, что если люди увидели в ролике какого-то идиота, который нагло нарушает правила или же вообще просто их не соблюдает и не знает, то, видимо, и весь сервак такой. Спешу вас огорчить, это далеко не так, хотя и всего лишь 5% дебилов от всего количества игроков хватает, чтобы засрать весь сервак, но делать этого не нужно. В любом случае, сервер никогда не виноват в том, что игрок какой-либо родился с отклонениями или же просто нежеланием соблюдать правила. Ставлю сотку на то, что вы не заходите на какой-либо нон-РПшный, как вы думаете, проект и не ищете там челиков, которые пытаются нормально, адекватно отыграть. Даже вот эти roll me не в счет, просто адекватно вести себя и соблюдать правила. Моя, так скажем, рубрика, если ее можно так назвать, она не нацелена на то, чтобы выявить какой-либо сервак, не предназначенный для игры. Каждый сервак, конечно же, предназначен, но на каждом, естественно, встречаются как адекватные, так и неадекватные игроки. Надеюсь, моя мысль вы поняли. А теперь мы играем на ВАСТРП. Запасайтесь попкорном, IP-группа будет в описании. Здравствуйте. Что хотите заказать? Пизды хочу, дай пизды. Жареную, нет? Да, свежую лучше. Да, жареную. Сука, нахуй, дай пизды. Ого. Это я должен был сделать, у меня на него заказ, вот говнюк. Сейчас, подождите, ты уже забитый. Здорово. Ты тоже с нами. В туалет иду, там мини-фит нужен, как раз говорят. Я Алиса, мне 12. Понял. И сегодня врач сказал мне не видать 19, ведь тест показал, не поможет операция, опухоль и рак. Опухоль и рак, по-другому тут никак. Жара, давайте июль, тополиный пух. Я кидаю всех знакомых и ворую у подруг. Загружаю в инстаграм фото с твоего айфона, где я с банкой гидропона, что взяла у тебя дома. Пизда есть, спрашиваю, нет? Нет. А если найду? Я узнал, что у меня есть огромная семья. Battle Pass стоит 1 мая. И диджей строит у края. Негр, черный колосок. Мент бежит наискосок. Всех люблю на свете я. Банклав, родина моя. Па-па-па-па-па, еее. А кто, зачем зашел без разрешения? Это защита. Ой, я не знал, простите. Я думаю, это сюда можно всегда заходить. Ну тогда дайте, я выйду, я не знал, простите. Хорошо, давайте я тогда сначала осмотрю вас. Чем? Ну вы в мэрию влетели. Я не знаю ваших целей. Мне нужно осмотреть вас. Не вертитесь, просто лицом Причина. К стене встаньте и все. Ого. Ничего себе. СР-3М, Люгер, ЮСАС, ХК-416. Короче, народ, выходит так, то что я здесь сейчас нарушу. Я совершил классическую ошибку любого даркрпшера, то есть если я нахожу оружие на любом даркрп серваке у кого-либо без лицензии, то я вроде бы типа его сажаю, потому что нелегальное оружие, но это нелегальное донатное оружие. А чем же оно отличается? Оно что, не стреляет? Нет, оно стреляет, но ты не можешь его выявить даже этой проверкой, даже если она показывает, что у него есть это оружие, до тех пор, пока он его сам не достанет в руки. Не спрашивайте, почему так, я не знаю, это правило сервака, и я их нарушил, и поэтому понесу за это наказание. Что здесь происходит? Выясняем пока что. Вы будете арестованы за нелегальное оружие. Да блин, а меня заскамили! Так, йоу! Привет, смотри, на тебя жалоба. Да, идет за ФРРП. Ой, ФРРест, прошу прощения. Ты в мэрии проверил данного игрока на нелегальное оружие и нашел у него донатные пушки, правильно? Не факт, что они все были донатные. Это все донатные. Смотри. Так надо спросить как не менее. Глок, Люгер, ХК. У него все донатное, это же видно. Это же видно просто. Смотрите по донату, это все видно. Смотри, по оружию. Бля, еще комбайн. Я смотрел только по проверке на оружие и все. Оружие есть оружие. Ну, запомни, в дополнительных правил ролиплей прописано, что если ты не увидел, например, вот, например, СВД, да? И пока ты у меня его как бы не увидишь в руках, хоть ты меня проверишь на оружие, хоть ты его увидишь у меня, ты по факту не знаешь, что оно у меня есть. То есть, к примеру, ну ты... А, в смысле, стоп, проверил, а если да? Я его обыскал и смотри, увидел его? Вот я тебе сейчас объясню, смотри. К примеру, вот я иду по улице, да? И ты решил меня обыскать. Нашел у меня донат оружия, арестовал, получил по попке. Объясняю. Когда ты находишь, то есть, проверкой на оружие нелегал, ну типа вот, к примеру, у тебя... Вот, ты... Как тебе максимально понятно объяснить-то? Короче, пока ты не увидишь у человека донат в руках, ты его и не увидишь при проверке. То есть, ты не видел донат у данного игрока, значит, при проверке ты его тоже... А я и пойму то, что это конкретно оружие, это донат. Ну, не знаю, как-то...
со временем максимально быстро запоминается. Если что, ты можешь просто сделать вот так вот. Ну, он написал то, что там донат. Вот так, да. Ну, ну? Вот ты его арестовал. Ну, да. В ролеплее прописано, что если ты не увидел у игрока донатное оружие, но при этом, когда ты обыскал, его нашел, то ты его не видел. Я даже сейчас, если запарюсь, я тебе найду это правило, если хочешь. Ну, окей. Странновато немного, но что поделать. Такие правила. Ну, просто понимаешь, донат. То есть, ну, не отключаешь же его все время 24 на 7. К примеру. А что за это сейчас за мудак был? Я тебя захуярю! Банти долбоеба, банти долбоеба, уничтожил. Я отомстил за тебя. Ты с какого сервера? Или ты только начал играть здесь? Я уже смешарик. Какой смешарик? Я уже был в шарараме. Ладно, кидай форму. У тебя просто 7 минут или сколько там, 7 часов, а у тебя уже судорут. Это как? Как же честно, откуда он тебе? Тебе кто-то выдал, там, не знаю, у тебя друг есть какой-то. Какая нахуй разница? А, я понимаю. Ну все, 10 минут пока сижу. Нихера себе, голова стит. Теперь попробуй. Где чел? Чем ты его убил? Сажайте, сажайте его, сажайте. Это ты ебанутый стрелял. Оружие. Я, конечно, все понимаю, но... Кого? Шар. А, так у него фрикил, я видел. Все, можешь сразу ему выписывать. Он сейчас получит по жопе. Забирай этого долбоеба. Да, забирай меня. Да, тебя долбоеба. Без оскорблений. Дайте оружие. Рассказывай последние события, которые произошли. Вот ты убил Димончика. Последние события, ты меня тэпнул. Потом убил... Так, что с тебя два раза... А ты в курсе, что если ты сейчас будешь дурачка строить, я тебе таких пиздов выпишу, что ты вообще в жизни на сервак не зайдешь больше. Давай, признавайся, какого ты хуя в том доме возле мэрии убил чела? А, все, понял, я понял, кто ты, все, я признаю, давай. Бань меня, лучше мне не позориться, когда видел? Понял, бань меня, лучше мне не позориться. Понял, кто ты, все, да я уже понял, я понял. Бань меня, лучше мне не позориться, когда видел? Я понял, кто это, все, давай, бань. Да я уже понял, я понял, кто это. В итоге он признал свои нарушения, чуть позже получил бан от администратора, который все же разбирает на него ЖБ. Но все же я внес такой своеобразный вклад в эту ситуацию, и чел нормально может принять свои нарушения, не отнекиваясь. Небольшое пояснение для тех, кто не понял. Ребят, он уже все понял, все нормально, а я в следующем фрагменте иду играть за бандита и искать цели для ограбления, или чтобы стать самой целью для ограбления. Вадим вид Х. Спасибо за видео. Спасибо, солнышко. Убрал нахуй. Долбоёб. Логик. Ох, он с ножом полез на ногу. На ствол. Че это за бред? Амайя. Слышь, ну смысла вообще нету ебашить минигана вот такую дверь. Слышь, чел с ножом полез на меня с винтовкой, это ж ФРРП. У него, сейчас скажу, наемник, умелый убийца. Ну я ему сказал, типа, убери, я ему дверь ломал. Вот. Он достал нож, побежал на меня. Я спускаюсь, говорю, типа, убери, он на меня спускается, ножом машет и вот тут падает. Ну да, у меня вон винтовка в руках, я так спускаюсь, говорю, убери. И он на меня выбегает с ножом. Ну окей, все. Сколько там минут за ФРРП? Интересно, когда я не получу золото, как важно на этом сервере? Возможно. Я когда-нибудь...
клитор получу на этом сервере, нет. Согласно новым законам, манипринтеры при наличии лицензии. Я более чем уверен, что у меня на канале есть также зрители, которые не совсем понимают, почему же все-таки нельзя зайти на ДРКП сервак, стать мэром и легализовать маники. Казалось бы, рейдов станет куда меньше, киллов станет тоже куда меньше, бандиты вроде бы должны меньше грабить. Но это на самом деле естественный процесс ДРКП, это его природа, люди просто заходят, стреляются под видом каких-либо ролей, естественно их немного доотыгрывая. А что мы видим вот здесь? Согласно данному правилу, мэр дал полный карт-бланш на то, чтобы ломать экономику сервака. Не знаю как на этом сервере, но на других мэра просто снимают и меняют на более адекватного и компетентного. Потому что денежные принтеры всегда в ДРКП были нелегальны, это ломало экономику и вызывало избыток денег. Людям просто некуда девать эти деньги, если они будут легальны. Ну а если ломать вполне себе легальным способом загосов маники, а также лица тех, кто их использует, то вполне себе можно регулировать оборот денег в городе. Даже банальный полицейский рейд любой квартиры, где есть бандиты, не делается потому, что там живут именно бандиты, а делается потому, что там есть маники, и их нужно уничтожить. То, что там есть бандиты, у них есть оружие, это второстепенная причина, почему люди выламывают загосов двери и начинают выносить квартиру. Лицом к стене, газ. Лицом к стене. Да, я сейчас стану. Ну и чё? А, лицом именно вот так. Окей, давай 15 на полгаз. 2. Окей, давай это ду скину. Опа, фул газ. Фул 2. Фул 3. Фул 4. Понял. Да забери ты деньги, блядь. Спасибо. Да не за что. Здорово. Да. Дайте деньги. Ладно. Он надумал, я его буду грабить. Зачем? Привет. А теперь давайте подождем пару секунд. Вот столько времени понадобится человеку, который захочет написать комментарий о том, то, что я сейчас нарушил правила фрикил и просто так убил человека. Видимо, тот самый работорговец не особо-то и хотел жить, раз он, увидев человека с дробовиком, который стоит нацелившись на него, успел достать наручники и побежать, сломя голову на него. Но как бы, ребят, взвесьте адекватно, он жить не хочет, а я не хочу быть проданным какому-нибудь долбоебу и быть еще связанным к тому же. Тем более, если бы я просто бы так вот позволил типа себя связать и продать кому-нибудь, я бы еще, блядь, 1000 раз об этом пожалел, что не выстрелил в него еще раньше. Ведь, казалось бы, все преимущества в мою сторону. Блять. Давайте мирно разойдемся. Я тебе сказал то, что можем мирно разойтись. Начал стрелять. Я не услышал эти слова. Я увидел тебя оружие, поэтому начал с... Давайте отойдем, я не хочу, чтобы они мешали, и мы не будем. Я тебя убил, потому что увидел тебе потенциального врага как угрозу своей жизни, поскольку ты был с оружием. И все? Ну да? Это тюрьма вроде бы. Ну, это уже как бы новый про полицейский. Ну смотри, нет, почему? Я видел труп. Труп видел справа двери. Это вроде работорговец был, ну, да, если не ошибаюсь. Я хотел да, это работорговец. О, кстати, блять, работорговец. Кто там владелец-то этой? Раф Симмонс, сейчас я его тэпну. О, хуй он на меня с наручниками полез, когда я с оружием стою. Я знаю что? Вот. Лучше забань. Я сейчас отойду вот похаваю. Окей. Ограбление, лицом снег, стал быстро, лицом снег. Окей. А это сообщение тем, кто хочет написать в комментарии о том, то, что я нарушил ФРРП. Моей профессии разрешено игнорировать это правило до 2 обычных бандитов или же грабителей. В этом случае чел был один грабитель, и я могу спокойно игнорировать ФРРП. Блять! Блять, я точнее буду стрелять, нет? Так вышло. Ребят, вы не видели тут зигота такая? Видели?
неделю. Убьете копы, я вам дам 5000, если убьете копы. Я тебе сейчас пизды дам. Можете мне в рот дать? Ты что, блядь, делаешь? Здрасте! Плановая проверка. Здравствуй. Плановая проверка. Можете вон туда лицом встать? Ладно. Можно и здесь. Я смотрю просто, и все. Отлично. Ага. XM, откуда у вас? А у оружейника? Угу. Господи, блядь. Тебя не было. Еще раз повторим. Локс. Я не понял причины как таковой. Че я ему сделал такого? Спанчбоб КД. Модератор, блядь. Зачем ты это делаешь, на модерат? Телепортируй. Я убил. О, Бледота, ты что делаешь? Я спрашиваю, ты что делаешь? Ты поставил лицо к синему. И что дальше? Дальше что? Я помог ему. Чем ты помог, блядь? Ты его знаешь? Нет, не знаешь. Какого ты хуя спрашивать тебя делаешь? Я тебя еще могу сказать. Я тебе могу денег дать, блядь, слушай дальше, то, что ты долбоеб. Надо? Давай, рассказывай. Что тебе рассказывать? То, что ты долбоеб? Ты этого сам не выкупаешь? Ну, еще давай говори что-нибудь. Кто админ вообще? Где админ? Я админ, я сейчас буду тебя наказывать за фрикил. Вот это форменный долбоеб на Dark RP. Он просто искал себе причину, чтобы пострелять по кому-нибудь. Ну, как бы профессию бандита он взял, руки чешутся, а пострелять не в кого, а грабить тоже некого. А вот тут такой вроде бы выгодный и беспроигрышный вариант. Просто взять, завалить полицейского, ну, потому что он кого-то там поставил лицом к стене. Это, в принципе, не его дела. Вот это ебаная школа бандитская отговорка на Dark RP, я решил ему помочь. С какой целью ты ему решил помочь? Ну, ты просто захотел кого-нибудь пристрелить и решил то, что вот эта вот причина будет вполне себе адекватной. Сука, ей-богу, на бандитах будто бы играют не бандиты, а Робин Гуды сплошь и рядом. Чё это за бред? Вроде бы смысл профессии заключается в околокриминальной или же полностью криминальной деятельности. Но нет, они все, блядь, друг другу помогают. А нормально объяснить, кто кому чем помогает, никто не может. Кто админ вообще, алло? Кто разбирает жалобы? Я админ, и я тебя тэпнул за твое ебаное на нарушение, то, что ты свинья, сука, правил не знаешь, что? И какого-то хуя ты там что-то делаешь. Что? Серьезно? Да. Кто-то вообще, я впервые тебя вижу. Так, а подожди, а причина убийства-то какая? То, что встал человеку в руке, там, бандита. Ты его знал? Как я ему там. Бандита? Нет, я его не знал, можешь банить. Хорошо, бандита? Бан. Да, бань. А как ты узнал, что это бандит? А кто он? Мне без разницы, я откуда знаю, кто это. Он так ты же сказал то, что он бандит. Ты же сказал то, что он бандит. Он в гетто. И ты что? Ты можешь меня уже забанить? Зачем ты свою жалобу разбираешь, телепортируешь? Заткни ебало свое! У тебя фрикил на НРП, ты откуда нет. Знаешь, какая у человека профессия, ебанат? Баню. Окей. Быстрее. 40 минут. Какой 40? Ты что, смеешься? Нет, тебе серьезно говорю, 40 минут на НРП фрикил, все. Доволен? Подожди, Шаби, меня сейчас откинут на 40 минут, я тебе перезвоню. Ублюдок ебаный. Что за уебок? Нет, это не был бандит, ребят, на самом деле. Нет, это был киллер. Но какого хуя он издалека видит, кто на какой профессии играет? Что это за бред, блядь? А потом он быстро меняет суть истории, типа, я не знал! Кстати, предположил, тоже не считается. Идем дальше. А, на меня заказ был. Окей, хорошо. Так, я пойду дальше типов проверять. У меня есть темка, у меня есть USP, у меня есть SVD. Не понял. Самооборона. Он на меня с ножом напал. У тебя лицензия есть на ношение этого оружия? Я вообще хотел к мэру сейчас пойти прыгнуть. Угу. Но вместо этого ты ебанул кого-то чела в бедном районе. Вот загадочное обстоятельство, да? Лицензия есть? Показывай. Нету лицензии. Ну, значит, тогда лицом к стене.
должна же была по-хорошему. У тебя броня была. Блин, я когда без брони, я, сука, какой-то вообще дерзкий. Хотя я понимаю, что у меня просто чел чихнет в мою сторону, у меня ебучка разлетится. Ну а что поделать?